привет всем. У нас началось утро. Просто так смешно. Муж говорит, у меня нету этой майк, которые, ну, как они называются-то? Майк, короче, нету. Я говорю, ну, значит, сейчас стирку поставлю. Он говорит, я сам поставлю, где порошок? Ну, я представляла, как он может ее поставить. Я говорю, не переживай, я сейчас все сама поставлю. Я слышала, что он что-то с машинкой делал. Сейчас прихожу, смотрите. Вот эта одежда сверху лежит. Самое интересное, да? Черная. 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 А там белое пошло. То есть он положил все, что было, что все грязно. Он машинку запихал. А что, так и надо. Все, что грязно, нужно класть в машинку и стирать. А что там оно белое, цветное или черное, неважно, не волнует. Так как я знала, что может это произойти, я ему сразу сказала, не трогай машинку. Тем более сегодня стирать нельзя, сегодня красная горка. Так что всех с праздником. Вот. Сегодня надо на кладбище ходить. Я помню, раньше, когда, ну, на Пасху бабушка была жива, она всегда говорила, что на кладбище нужно ходить на Красную Горку. Типа, на Пасху у них праздники у всех умерших. Вот. Так что, ну, мы здесь не ходим. Что у нас тут за погода? Ветерок дует, вижу. Ну, надеюсь, теплый ветерок. Сейчас мы на пляж поедем. На пляж, наверное, скорее всего, не с нам, но сам пляж. Я там маршрут новый придумала. Ну, посмотрим. Потому что куда я хожу на набережную, там сегодня, так как хорошая погода, там, наверное, народу дофига. И как бы мой Чарли не будет гулять так вот хорошо. Ну, детей много, он не любит детей. Он любит чучи. Вот сидит и сидит, как бедный родственник, с этими глазами. Эти глаза напротив. Ладно, дам ему небольшую чучу. Смотрите, уже сидит. Сидит. Какой тебе вот это дать? Вот так, половинку дам. На кровать жрать. Вот у него... Нет, он еду ни на кровати, ни на какую не ест. Но еду он всегда ест в своей тарелке. Вот в это я ему сюда кладу. Даже если, ну, там со стола, конечно, ему муж дает, а так я, ну, еду, там кость какую-нибудь, он знает, где ее надо кушать. А чуть его, да, ему на кровати надо лечь, спокойно полежать. Тапок одевают. Вот, чтобы, как говорится, с чувством, с расстановкой. Вообще, я сейчас буду кровать убирать. Я тут передачу смотрю про то, как... Ой, мне утром нравится по выходным передача, как собак нужно воспитывать. Вот там передача такая, собак. Как это, тренер собачий, что-то такое. Интересно знать, что и как делать. Так что все, мы сейчас позавтракаем. Путинусочки, какие у нас путинусочки, какие у нас путинусочки. Ну все, все, можешь не позировать. Можешь расслабиться. Вот. Это он уже с утра со мной играть пытался. Разбудил меня гадина опять 8 часов. Блин. Ой, красота, какая же красота. Мы тут в наш парк приехали. Тут так хорошо, никого нету. В принципе, что я и думала. Все на пляже. Такую погоду хорошую, все на пляже тут. А мы тут гуляем. Смотрите, никого. Зато так классно. На велосипедах тоже классно. Сейчас какой-то чувак ехал на велосипеде. Такой, знаете, здесь велосипедисты думают, что они короли дорог. Что им все права, все им должны дорогу уступать. Неважно, что это дорога велосипедная или обычная дорога, все им должны дорогу уступать. И вот он мне что-то, у него звонка не было, он мне крикнул, эй! И что-то еще забубнил. Ну, типа, недовольный, наверное, был, что я по его дороге шла. Хотя дорога это все общая. Где тут написано, что это для него. И когда вот на дороге, вот едешь на работу, по идее, они должны ехать по обочине один за другим. А они с кучкой соберутся
и едут. И ты вот за ними должна пипикать, пиликать, как это, блин, черепаха. Или ждать, когда можешь обогнать. И попробуй что-нибудь скажи, ага. А еще знаете, как они могут ездить? Вот для них есть, допустим, вот такая дорога. Ну, то есть она красным покрыта. И рядом обычно автомобильная. Так что вы думаете, они не едут по своей дороге, они едут по автомобильной. Еще могут возникать. Я вот удивляюсь, почему, вот если бы машина обычная заехала на такую дорогу, да, на велосипедную, то, естественно, 100% оштрафовали бы. Тогда почему велосипедистов не штрафуют, когда они едут не по своей дороге? Вот я вот этого не понимаю. А потом по телевизору показывают, что много смертей, много аварий. Блин, ну вы сами в этом виноваты. Вы сами в этом виноваты. Считаете, что вы короли дороги, ездите как не положено, а потом на что-то жалуются. Пси. Возмущена. Правда, иногда вот едешь и можешь пиликать, вот когда по встречной добросе много людей, ну, машин едет, и ты за велосипедом этим пиликаешь минут 10, блин. И ничего не можешь сделать, потому что нас могут оштрафовать. А их не штрафуют, что они кучкой собираются и по всей этой дороге едут. Такие вот дела, повозмущалась. Ой, ветерок такой у нас прохладный, в принципе. Но я вот иду вот, одела свое какое-то даже платье, не платье, не знаю, что это. Короткое. С леггинсами, в принципе, нужно одевать. И мне не холодно. Но, естественно, я же в этой вязаной. Но и не жарко, хорошо. Ляпота. По крайней мере, нету сильного ветра дурацкого, который уже надоел. Ой, Чарли мой весь в траве, кушает травку. Мой завтрак, это моя сладкая рыбка, кушай, кушай. Ой, вкусно? Моя рыбка. Ему вот нравится вот такая травка. Такая. Другой он не ест. Ну, они же лучше знают, что им вкуснее, правильно? Какая травка вкуснее? Так, это вот у нас парочка сзади шла. И уже не идет. Скрылись. По с этой стороне у нас море. По той стороне у нас снежные горы. Курорты снежные. Там еще снега. Ого-го, сколько. Люди катаются на лыжах. В этом году, наверное, до августа будут на лыжах кататься. Там говорят, снега, обалдеть сколько. А мы так и не съездили. Погода плохая, туда если ехать в дождик, то нужно эти цепи. А цепи покупать ради того, чтобы ради одного раза, смысл их покупать нафиг надо. А когда вот такой день, так лучше и на пляже хорошо. Все не знаю. Проворонили мы этот год. Снег. Да знаете, что-то в этом году мне и не сильно охота было. Не знаю почему. Может быть, потому что так холодно было, что никакого снега не было желания видеть. Фиг его знает. Ладно, сейчас мы погуляем, потом, не знаю, если сестры позвонят, куда-нибудь по тапам поедем. А так, ну это естественно, наверное. Я по воскресеньям кушать не готовлю. Хотя у меня есть еда, но мне неохота в воскресенье. У меня воскресенье выходной. По полной, как говорится. Я вообще ничего не делаю. Только ем, сплю и гуляю. Я когда приехала в Испанию, первое место жительства было вот там. Это Альмунекар. Она вот там жила, в этих домах.
года 4, наверное. А потом перебралась сюда. Чарли гавкает, чтобы я ему камушек кинула. Но я тебе не буду кидать камушки. Для зубок мало, плохо. Люди тут за город. Кстати, на пляже вообще нет ветра. Вообще нет ветра на пляже. А в городе есть. Вот тебе, пожалуйста. Думаешь, наоборот. Нет, я буду пройти так, чтобы... Вот сюда приехали, здесь рыбу дают всякую, вот в таких пакетиках заказываешь, там всякую, это сколько народу, все стоят, ждут, и вот тебе приносят всякую рыбу. А мы пока заказываем, сейчас будем заказывать и ждать. Вот мы что заказали, всего до всего, так что всем приятного аппетита. Мы в соседней деревушке приехали, маленькая, вот она, эта деревня, вот эта улица одна. Ну и там сзади еще одна, и все. А были вот в этом, бар, ресторан, не знаю что. Ой, на улице прям так хорошо, очень много. Сейчас все собираются, потому что обеденное время. А так... Прям очень можно даже и загорать. Смотрите, какое море бушует. Но ветра нету, класс. И пахнет таким прям морем. Голубь, по-моему, больной. Что-то он заболел. Мальчик его носил. Так жить классно. Ну, конечно, зимой здесь от сырости умрешь и от холода. А летом класс. Ну, здесь жить это скукотища. Здесь нет ни магазинов, нифига ничего. У них школа одна есть, вот туда вот в конец и все. Вот, видите, улица. Вот напротив там дорога. И все. И вот это вот деревня. Мы уже в другом баре. Вот так здесь на табы ходят. Видите, сидят за барной стойкой. И заказывают пиво. И приносят табы. Вот так. Таким вот образом. Смотрите, какие здоровые. Офигеть. Кто ж таких покупает? Это такого сожрать человек на 10 надо. Нифига себе, какие они раки морские. А вот он один. Смотрите, какой он выловленный, бедненький. Столько народу в такой ресторан. Здорово. Закончили со всякими этими пивами, напитками. Я сейчас иду купить себе пироженку на десерт. Так что вкусняшечку сейчас буду покупать. Только не знаю, там, наверное, народу столько много. За одним пироженым тоже неохота стоять 3 часа. Ой, ну да ладно, так хочется с чаем. Погода прекрасная. Буду сейчас телек смотреть и зашибись. Такие вкусняшки я купила. Это типа чизкейка. Это какой-то мусс ягодный. Это меренги. Но это не меренги. Это вот заварной крем. А это не меренги, а как это называется по-другому еще? Белок, в общем, запеченный. Так что ставлю чай. Ну, это на всех. Ставлю чай. Будем чай пить, переодеваться. И наслаждаться воскресеньем. Вот и пришел наш воскресенье к концу. Сейчас пойду машинку поставлю. Наконец-то. Сегодня нельзя было Красная Горка стирать. Но я всегда стираю. Как поставлю на стирку, оно мне простирается, замочится на ночь. И утром я уже стираю, там все дела. Отжимается.
В общем, основная стирка у меня на завтра, а сегодня просто как бы замачивание будет. Вот, сейчас я включу себе телевизор, вернее, он у меня включен. Сегодня будет моя любимая передача, это которая Супер Вивьентес. Вот, ну, типа остров, что-то такого. Подсела. А что поделаешь? Делаю сейчас чайку себе. Еще надо мне пойти помыться, банный день устроить. Завтра нужно в банк сходить, много делов. Яйца купить, у меня ни одного яйца. И арбузика. Ой, у меня же там чуть-чуть арбузика осталось. И арбузика купить вкусненького. Все, на этом вот такие вот у меня события произошли сегодня. Так что все, друзья, спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь, кто не подписан. Пальчики вверх. И до завтра. Пока-пока.